Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Xiaomi. Модель Xiaomi Lite Pro Slim H11 6000 кельвинов. Поставляется вот такой вот коробке фирменной. И давайте посмотрим комплектацию. В комплекте у нас идут блоки розжига. Блоки розжига идут слимовские, то есть небольшие. Вот такие вот. Пыли влагозащищенные, герметично заклеены, мощность 35 Вт, напряжение 12 Вольт. Подключаются с помощью вот таких вот коннекторов. Так, один. И также вот второй абсолютно идентичен блок розжига. Так выглядит. Далее в комплекте идет монтажный комплект для каждого блока. Это двухсторонний скотч, металлическая пластина, стяжки по 4 штуки и также винты и болты. Ну и сами лампы. Лампы идут в защитной колбе для транспортировки, чтобы не повредить саму лампу. На цоколе H11 температура свечения 6000 кельвинов. Это значит, что свет будет немного с голубым оттенком. Подключается все по стандарту. Сейчас мы это все проделаем, процедуру подключения, чтобы визуально видеть, как это делается. Так. С одной и с другой стороны у нас есть три разъема. Подсоединяем их между собой. Здесь разъемы папа-мама. Перепутать довольно-таки сложно будет что-то. И нам понадобится подключить теперь питание 12 вольт. Черный провод минус, синий это плюс. Подключаем сначала минус, и теперь плюс. Лампа разгорается. В течение пару секунд она полностью будет готова уже к работе. Свет уже, в принципе, с голубым оттенком. Также при установке данного комплекта ламп обязательно нужно корректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили после установки. Также после покупки на них распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.